Добрый день, меня зовут Александр Логинов, я являюсь генеральным директором и основателем компании «Энергоэлемент». В этом видеоролике я бы хотел рассказать о нашей основной услуге. Это регламентное сервисное сопровождение парка тяговых аккумуляторных батарей, зарядной инфраструктуры и электроники техники на объектах почти любого масштаба, от 10 до 150 единиц аккумуляторных батарей. И целью этой услуги, основной, которую мы в себе прошили, и все вокруг нее находится и организовано как с точки зрения бизнес-процессов, так и с точки зрения инструментов, это гарантировать нулевые риски остановки отгрузки товара по причинам, связанным с неработоспособностью тяговых аккумуляторных батарей, как в локальной перспективе, так и в долгосрочной перспективе. И именно эта цель, которую мы вшили в себя как в сервисную службу по сопровождению вашего парка батарей, обеспечивает вас тем, что вы операционно знаете, что происходит на объекте, в каком состоянии аккумуляторные батареи, какие факторы влияют на выход из строя и как мы на них влияем, чтобы их не было. Как происходит износ аккумуляторных батарей с точки зрения нагрузки по моточасам техники, импульсной нагрузки, если у вас сезонность на объекте, как происходит выработка батарей. Мы обеспечиваем вас аналитическими отчетами, которые позволяют вам принимать краткосрочные и долгосрочные решения по тому, что необходимо делать с текущим состоянием парка батарей, чтобы завтра было безопасное, спокойное, предсказуемое и дешевое. Вот. Для этого мы создали основную часть услуги – это инженерная часть, когда наши специалисты приезжают на объект и проводят по чек-листам, по специальным картам, отчитываются в приложении внутри, чтобы подтвердить качественный и объем выполняемых работ. А также к объекту прикрепляется менеджер, которого курирует главный инженер и руководитель проекта. Минимум количество людей, которые ведут один объект, составляет 4 человека. Это нужно для того, чтобы своевременно предоставлять либо расходники, услугу, аварийно-закрывательные ситуации, обеспечивать правильную аналитику, накапливать ее, отслеживать достоверность проводимых операций и работ на объекте и подстраиваться каждый раз к объекту и к специфике работы по товароперемещению на объекте таким образом, чтобы быть предсказуемыми и своевременно уведомлять о тех или иных событиях. В частности, наши специалисты имеют корочки по электробезопасности и аккумуляторщика. Мы полностью укомплектованы по всему необходимому и возможному, и я вам больше скажу, даже невозможному оборудованию, которое в принципе есть в отрасли. У нас есть система, позволяющая удаленно контролировать работоспособность парка как батарей, так и техники, так и эффективности работы персонала. Мы работаем со всеми крупнейшими поставщиками как основных компонентов, как батарея, так и всех расходников для тяговых батарей и зарядной инфраструктуры, чтобы обеспечить как безопасность работы инженерного состава, так и оснастить аккумулятор всеми необходимыми аксессуарами, чтобы она работала долго, качественно, хорошо и предсказуемо. Мы обслуживаем более 1000 аккумуляторных батарей вот в такой схеме. Это позволяет нам иметь огромную статистику как по типам бизнеса, по типам техники, по режимам эксплуатации техники, что позволяет делиться почти молниеносно с вами накопленными данными, знаниями, чтобы обеспечить непосредственно на вашем объекте гарантированно отгрузку товара с минимальными факторами, влияющими со стороны именно батарей на то, что что-то может произойти не так, что вдруг к вам зайдет инженер и скажет: извините, нам нужно 1,5 миллиона на покупку батарей, мы раньше не знали. Вот таких вещей больше не будет никогда. Вы четко и предсказуемо будете понимать, что в настоящий момент происходит, в каком состоянии весь парк, как происходит потеря ресурса батарей, какой будет прогноз выхода из строя с учетом текущего состояния выработки именно в моточасах техники, и какие современные решения, в том числе литий-ионные, мы можем вам предложить для снижения как инвестиционных затрат, так и поддерживающих так называемых операционных затрат на поддержание парка батарей, техники в рабочем состоянии, чтобы они никаким образом негативно не влияли на эффективность и качество и скорость и отгрузки товара.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, удобных именно для вас по старту взаимоотношений. Это и месячные, двухмесячные договора, в которых вы понимаете целесообразность, эффективность, качество, уровень предоставляемой услуги, а также долгосрочные договора, в которых вы закроете долгосрочные деньги, длинные деньги, подготовите правильно бюджет, обоснуете их, защитите их. Мы вам в этом в том числе поможем. Поможем выбрать именно технологию батареи, зарядную инфраструктуру и многое другое, что позволит вам гарантировать отгрузку товара с минимальными затратами, в том числе временными и эмоциональными, на выбор решения и подготовку технико-экономического обоснования для его принятия. Спасибо вам большое. Мы будем искренне рады поработать на вашем объекте по сопровождению вашего парка аккумуляторов и батарей, чтобы вы спали спокойно и думали точно не об этом. С вами был Александр Логинов, компания «Энергоэлемент». До свидания. Oh, shout.